Около 500 одноразовых гигиенических наборов поступило в инфекционные стационары Одинцовской областной больницы. Благотворительная помощь предназначена пациентам с коронавирусом. В комплекты входят одноразовые тапочки, мыло, зубная паста и зубная щетка, антисептические салфетки. По словам главного врача Андрея Фадеева, эти принадлежности помогут снизить риск распространения COVID-19. Он пояснил, что госпитализация иногда проводится в срочном порядке. У кого-то может не оказаться с собой элементарных средств гигиены и личных вещей.